министр юстиции Армении Карен Андреасян отказался комментировать арест заключенных, вернувшихся из Азербайджана. В ваших вопросах есть нюансы, которые лучше адресовать в канцелярию премьер-министра, сказал он журналистам после заседания кабинета министров. В то же время он подчеркнул важность проблемы военнопленных и тот факт, что все правительство во главе с Николом Пашиняном работает над ее решением. Это болезненный вопрос, который мы не забыли. Даже вздохнул Андреасян. Он не захотел отвечать на вопрос об аресте заключенных, отметив, что это можно расценить как вмешательство в работу правоохранительных органов. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.